ходить не хочется. Я сейчас буду добавлять в суп манку. Вот такой вот щеночек стоит 1200 франков. Ты хочешь себе деток? Щеночки. У нас тут, ребят, на одного ребенка больше стало. Мама, моя подружка сегодня тоже присылает это нам в школу. Ну не этот, а другой. Какой? Всем привет, ребят. Девчонки со школы вернулись. Доедаем наш домик. Пряничный. Он сейчас вкуснее, чем вчера. Вчера прям какой-то сильно сладкий был, что ли. Папа, не можешь еще купить? Может быть, потому что глазурь. Давай мы сделаем. Глазурь засохла, и он... А что, уже все? Не толкается. Углы не сбивай только. Совсем, да, устала? Ходить не хочется. Руки должны работать. Руки? А ноги? Ноги устали. Детвора ушла в школу. Убежали в школу, а я сейчас... Я сейчас буду петь пирог, потому что сегодня ко мне приедет свекровь. Бабуля сегодня приедет, Макс. Прицепился ко мне. Вот, пока девчонки в школе, я сейчас немножечко приберусь, испеку пирожок и буду ждать гостей. Пирожок. А теперь я буду варить супчик. У меня тут мяско уже сварилось. Говядинка. Бульончик уже есть. Так, и теперь сейчас я буду нарезать овощи и варить суп. Кусочек пиццы остался. Ждет кого-то. Сразу говорю, если Маргарита увидит, за одну секунду его не будет. Чистим картошечку, морковочку, перчик. Пирожок пропищал, значит, можно доставать. Горячо. Посмотрим, что с ним случилось. Та-дам! Я думаю, может его чем-нибудь пропитать еще. В общем, сейчас он остынет. Пышненький получился. Целый день тебя не видно. Целый день тебя не видно. Ты где ходишь? Ты кофе хочешь? На, пей. Я кофе хочу попить. Эспрессо. Кафе-латте. Ксюша пришла со школы. Маргарита сегодня до 4. Что-то я воздуха много. В школе мы вытягиваем. Я потом, кое у меня нас будет, и этому нам надо потом дарить декабрь подарки. Так, а можно что угодно дарить? И что ты будешь дарить? Килограмм мандарина? Ну, тоже дорогие подарки быть. Ну, с вами не надо, а то он догадается, что это я. Они, в общем, не будут знать, да, от кого это подарок. У нас этот, я сейчас вытянула французскому, а в школе... Получается, ты получишь подарок, но ты не будешь знать, от кого он. И мы это вытягивали сегодня. Классная идея. Французскому, а в школе еще не вытягивали. Супер. В прошлом году не было такого? Или было? Как? Тут? Да. Тут. А мы когда сюда приехали? Мы же приехали уже... Нет. А, вы в январе пошли, вы после каникул пошли. Все понятно. Классная идея. А там у тебя школы не было. Супер.
Вот. И один раз одна девочка, она старалась, другим делала, потом она пришла, а ей только мандарин подарили. Вот это вот обидно, да? Вот это обидно. Когда ты стараешься, пишешь, да. Что такое, а потом тебе мандарин. Я сейчас буду добавлять в суп манку. Я не знаю, кто-нибудь готовит так или нет. Меня научила свекровь. Я первый раз увидела, как она готовит этот суп. Она добавляет в суп, обыкновенный суп, она добавляет манку. Конечно, немного, чуть-чуть. Немножечко, знаете, так вот, чтобы для густоты. Я не знаю, если где-то еще кто-то варит такой суп. Но мне понравилось, и я стала тоже добавлять манку в суп. Ложку. И потихонечку будем засыпать, чтобы не было комочков. Ну, я на глаз вот так смотрю, сколько мне нужно. Так, все, думаю, хватит. Так, добавлю зеленушки. Немножко. Ну, какие буквы ты печатаешь? Слова только или только буквы? Ну, это буквы и слова такие. Ист, альт, хат. У меня одна ошибка, пятерка. Угу. А это кто-нибудь проверяет потом? Ну, учитель. На сайт, да, заходит? Угу. А если ошибка считается, если ты нажмешь другую букву? Да, вот. Угу. Два раза фальш. Мне еще надо 800. Давай. Подожди, у меня вот это вот все. У меня это. Это. Угу. Это ты сама вырезала? Да. Прям такую толстую это деревяшку. Это было очень-очень сложно. Ну да, потому что здесь такие повороты. Так, а как теперь собирать? Вот так? Нет. Это нужно вот так. А. Вот так вот. Потом вот это так вот. И вот это так вот. Круто. Давайте, девочки, пойдемте кушать. Да. Кушать. А что мы будем? Суп. У нас тут, ребят, на одного ребенка больше стало. В общем, с Максом ходит мальчик русский. Данил его зовут. И сегодня он у нас гостит. Телек смотрит. Да. Еще 2 часа. Еще 2 часа до 9 часов, да. С 4 до 9. Ой, с 5 до 9 до 9. 4 часа. Бонечка, ты моя хорошая. Кстати, ребят, мы ищем для Бони жениха. Жениха. Да. Мы ищем для нашей Бони жениха. Мы хотим, чтобы у них были, чтобы у нее были щеночки. Да? Бонь, ты хочешь себе деток? Чтобы были щеночки, тут внутри, тут. Ну вот мы пока смотрели, не знаю, в интернете, пока не можем найти. Когда я искала только Бони, да, чтобы купить щеночка Маргарите, на сайте было несколько собачек, мальчиков, которые, ну, там было написано, что они, как бы это... В аренду. В аренду можно было взять мальчика. А сейчас я захожу на этот сайт, и там нет больше их, я не знаю, куда они делись. Я рассказываю про то, что мы хотим Бони, это, ей ищем жениха. Потому что мы хотим, чтобы у нее были щеночки. Бонечка. Бонюсечка. Не можем пока найти. Пока не можем найти никого. Мамочка. Да, Бонь? Что ты там делаешь? Ну, для теста. По какому? По-немецкому. Немецкий завтра? У нас завтра. Много... Да, у вас в этот раз что-то очень много тестов, если честно, почти каждую неделю. У нас на следующей неделе тест 2. А куда так? Вы все-таки не заканчиваете пока ну, еще? Ну, я же говорю, у нас 2 учительницы. Да что, штаны испачкала розовым. 2 учительницы, значит, больше заданий, да? Бонька, Бонька. Да ты что? Голос. Голос. Ах ты. Ах ты, ах ты, ах ты. Давай сюда. Много учить. Очень. Бедный мой ребенок. Такой собаку хочешь? Такой вот мне нравится. Красивый шоколадный цвет. А Ксюше нравится черный. Вот такой вот щеночек стоит 1200 франков. Ну, в принципе, нам Бонни дороже обошлась. Мы Бонни купили за 1600, по-моему, или 1700 евро. Нам нужен... Ну, тут другие вот щенки есть. Кстати, у нас очень мало...
породы шпиц. Мало собак. Цверк шпиц вот это тоже. Вон, смотрите, сколько они у нас стоят. 2,5. А вот тут нет, вот тут нет цены. Здесь 2750. Вот такой вот шпиц стоит. $2750. Пока я ничего не нашла. Здесь пока только продают собак. Не в аренду. Сдают, так сказать. Вон пара на фоне. Нет, это... Ну-ка. Что делаешь? Отжимаешься? Да, мне честно, надо 20 и вот так вот. Да невозможно, это я даже не смогу. Да он сказал так, потому что он умеет, все должны так уметь. 20 раз отжаться? Да, 20, чтобы, если хочешь, чтобы была шестерка. Нафиг она нужна, эта шестерка? Это по физкультуре у вас? Да. Ну-ка попробуй, сколько раз ты отжимаешься? Сколько раз отжимаешься? Ну, если я просто так как-то делаю, если ну, так... постарайся сделать так, как он сказал. Значит, один раз. Я могу, а это будет парнерка. Вот так опускаться, потом опять подниматься. Ты только опускаешься, подняться не можешь. Макс, все, спать идем. Дружок ушел, пирожок. Наш дружок пирожок ушел? Нет, завтра у тебя нет детского садика. Завтра Макс дома. Завтра нужно поехать за продуктами. Ой. А вот так? И мне? Нет, ты будешь спать, а мы поедем. Мама, а мой учитель даже может вот так опускается, потом попрыгать. Ну, так он спортивный же. Самое место в кухоне. Ладно, все, ребят, вы спать. Все, пока. Мне еще видео монтировать. Два целых. Влог и на канал Сестрички Лайф. Мне еще много работы. Скажи пока. Всем пока. Ja, mit Münd, wenn man 18 wird.